Какой у нас поезд классный, да? Такие классные у тебя конструкторы, я бы сам не в целый день играл. А потом на поезд напал большой динозавр. Ксюш, собирайся, там няня пришла. Сейчас, подождите, я тикток сниму. Нет, ну до чего бестолковые? Вам бы лишь бы играться. Кашу уже кормили? Да нет еще, мы только играли. А где книга, которую я вам привозила? Она очень полезная для правильного формирования мировоззрения об эре Мезозоя. И это мы потом как-нибудь почитаем. У нас вот, свой динозавр есть. Ужасно беспечно. Я себе такого в детстве не позволяла. Вы тоже, Дарья Михайловна, к нам присоединяйтесь. Давайте, давайте, поиграем вместе. Нет уж, нам пора гулять. Стой, иди сюда, Николай, будем одеваться. Я тебе дам, нет. Я сделаю из тебя человека. Ребят, у вас что здесь происходит? Саш, а где няня? Это еще что такое? Ребят, вы что натворили? Вы Дарью Михайловну сумели довести? Дарья Михайловна, вы что? Идите с Николаем гуляйте. Не люблю гулять, не хочу. В смысле не хочу? Нам вообще-то видео снимать. Давайте, давайте, времени нет. Ань, мне кажется, она стала ребенком. Похоже на то. Этого нам еще не хватало. Что нам теперь делать? Кубики! Мне кажется, ее нужно срочно обратно превратить во взрослую. Ну и что мы будем делать, а? Может, стоит попробовать заставить ее делать какие-то взрослые вещи, и тогда она вспомнит, как взрослой быть классно. Я не знаю, но это единственная идея. Ладно, деваться некуда. Давайте кормить ее кашей. Нет, подожди, сначала умыться надо. Что нет? Вы же сами нам говорили, что в детстве руки мыли постоянно. Да. Ксюш, Ксюш, давай, повели ее. Пойдем, пойдем. Нет, пойдем, нет, пойдем, нет, пойдем, нет, пойдем. Нет, да, нет, да, пойдем, да, да, пойдем, пойдем, да, 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 да. Давай сама, давай. Вот, молодец. Размыливаем, размыливаем. Давай, давай, вот она аккуратно, аккуратно. Ну что, ребенку, не плакай. Ну все хорошо, сейчас вымоем и пойдем кушать, да? Пойдем кушать. Ань, неси полотенце. Тихо, тихо, спокойно. Спокойно, спокойно, зачем ты это делаешь? Все, 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 пойдем, пойдем вытираться, пойдем скорее вытираться. Дарья Михайловна, ну что ж ты наделала? Ты все забрызгала! Я не Дарья Михайловна! Я Дуся! Все, Дусь, пойдем, пойдем! У нас каша! У нас дальше каша, завтрак! Идем, идем, кушать, да! Аккуратно, осторожно! Ой, ой, тихо! Не прыгай, не прыгай! Тихо! Все! Тут буду сидеть! Ксюх, как там кашу варить? Ань, да я вообще без понятия! Может, Саша знает? Я-то откуда знаю, кто нам кашу постоянно готовит? Так Дарья Михайловна готовит. Дуся я. Дусь, а какой рецепт у каши? Я тебе что, Алиса? О, точно. Алиса, как сварить кашу? В кастрюлю налить 3 стакана молока. Довести до кипения. Непрерывно помешивая молоко дымкой и мизинчиком. Всыпать в него 1 стакан кукурузной крупы тонкой струйкой. Никогда не думала, что это так сложно. Крышкой и варить на минимальном огне 30 минут. 30 минут? После варки добавьте в кастрюлю немного сливочного масла. Накройте крышкой. Сначала молоко было, да? Да. 3 стакана точно, но я на глаз. 3 стакана, так, помешиваем. Сейчас подожди, его надо довести до кипения сначала. Все, вскипело. Давай, тонкой струйкой там стакали. Так, так, аккуратно, сейчас очень опасный маневр. Вот так. Тихо, все, я мешаю, мешаю, мешаю. Все. Потише, потише. Все, все, тихо, тихо, спокойно. Тонкой струйкой. То непонятного. Мне кажется, Дарья Михайловна спятила. Ксюш, да так все дети себя ведут. Ну вот. Вроде готово. Погоди, надо масло добавить.
Ксюш, ты всегда с собой масло в кармане носишь. Да это я случайно из предыдущего видео прихватила. Перестань есть салфетки, вот тебе кашку. Горячая, вкусная, ешь. Не люблю кашу, не люблю кашу. Что значит не люблю? Вы нам целый год уже говорите, что в детстве кашу обожали. А еще я в детстве очень любила врать. Я вообще в шоке. Дарья Михайловна, как вам не стыдно врать? Вот вернетесь назад, мы с вами об этом поговорим. Ладно, 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 все, давай. Ложечку за маму. Открывай рот, вот так. О, вкусно очень. Ам-ням-ням-ням-ням. Ну-ка, давай, играй, играй, чтобы отвлекать. И теперь самолетик. За папу. Еще одну ложечку. Смотри, смотри, крокодильчик. Очень вкусная. Дуся, молодец. Крокодильчик тоже любит кашу. Вот. Так, ну какая молодец, уже почти всю тарелку съела. Все, больше не буду. Все, полайкай. Че сидишь, давай за ней, она же не ведает, что творит. Дуся, с тобой все в порядке? Только не елка. Новый год уже пласол. Если вам не нравится, я могу назад поставить. Не-не-не, стой, стой, оставь, тихо. Оставь, где лежит. И гладь, колясок, все солосы. Осторожно. Поехали. Ксюша, давай ехай, только осторожно, не тряси ее. Мы клеем. Тихо, тихо, тихо. Иго-го! Спокойно, спокойно. Дуся, Дуся, мне кажется, твой конь сейчас не выдержит. Давай выберем другую игру. Какую? Прыгать, прыгать. О, почти прошел. Телефон. Хочу телефон, хочу телефон. Эй, я вообще-то еще не сохранился. Саня, поверь, телефон лучше, чем конь. Саш, ну ты-то что ведешь себя как ребенок? Отдай ты ей этот телефон. Я дошла до босса! Молодец, молодец, давай дальше. Что делать, если взрослый стал ребенком? Телефон съел! Хочу PlayStation! PlayStation! Тихо, 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 сейчас подожди. Где были наши джойстики? Аня, ты что, какие джойстики? Ты сама говорила не идти на поводу у ребенка. Нет, только не ваш телефон. Дарья Михайловна, вы что наделали? Как мы вам теперь звонить будем? Если у вас тоже сжалось сердечко, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Слушайте, ребят, пока она все в квартире не разнесла, пойдемте на улицу, а? Отличная идея, там же есть горки. Горки, ура! Все, надевай шапку. Одевай, ну, не вертись, не вертись, на улице нет, холодно. Нет. Одевай, чтобы ушки не замерзли. Ой, у кого ушки? Ну все, красотка. Кто у нас молодец? Дуся. Нажимай кнопку лифта. И что здесь написано? Ты кто, глупая? Дуся. Стой, стой, не ешь снег. Это провал. Пойдем на горку, а? Стой, 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 стой. О, как быстро. Ну подожди, подожди. Да. Стой. Побежали. Стой, 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 стой. Аккуратно. Не крути, не крути. Все, все, остановись, остановись, говорю. Все, держись, все хорошо. Остановись, остановись, пожалуйста. Прошу, не поскользнись только. Да, держись за поручни, держись. Осторожно, осторожно, все, 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 хватит, все, хватит. Сошла. Осторожно. Тихо. Идем. Ровненько, ровненько. Осторожно. Я водитель этого автобуса! А вы пассажиры. Деньги за проезд. А листочком с дерева можно оплатить? Ищи листочек. Аня, какой листочек? На улице зима, ты где листочек возьмешь? Давай веткой. Если только две. Обстрел! Давай думать, где ветки возьмем. Ай! Это война. Так нечестно! Опять бежать? О, боже.
Все ж, давай быстрей! Это уже невозможно, надо ее как-то состарить. Да, может быть, в магазин пойдем? Я знаю! Пойдем быстрее. Ну, давай, слезай, слезай. Опа, молодец. Все, идем, идем за мной. Может, на машине поедем? Так будет, не знаю, побыстрее и поспокойнее. Хорошая идея. Давай, залезай. Ксюш, давай, ну помоги же, придумай что-нибудь. Дуся, смотри, поп-ит. Фу, не модно. Да это же самый редкий поп-ит в мире, поп-ит-рак. Такого у меня еще не было. Тогда залезай, давай, осторожно. Вот и ремень безопасности. Пристегнула? Фух, ну и денек. Музыку погромче включи. Во, вот эту. Фух, спокойно. Может, она уснет. Буду надеяться. А когда приедем? Скоро. А когда? Очень скоро. Сейчас? Не-не-не, чуть-чуть попозже. А когда? 5 минут. Это сколько? Я вот до 100 умею считать. Ну давай, Дусь, чего ты хочешь? Вот это хочу. Вы купите мне собаку? Вот теперь ты понимаешь, каково быть мной. На 5 миллионов подписчиков купят. Подписывайтесь прямо сейчас. Иначе я буду плакать. А там есть конфеты? А, наверное, да. Ксюш, ты чё? Хочу конфеты. Да ладно, ладно, ладно. Вечно Ксюша сначала говорит, а потом думает. Ещё конфеты. Нателла. Туалетная бумага. Со вкусом клубники. Вон, отдел со сладким. Это мой конфетный лай. Я хочу миску, коробку, белочку, тайку. У меня целая корзина сладкого. Мороженое. Дарья Михайловна, вы каждый день нам говорите, что детям сладкое нельзя. Я-я-я-я-я, ничего не слышу. Ты что, едой кидаешься? Все, я все набалала. Покупайте. А кто за это все платить-то будет? Мы не будем это покупать. Будете. И я сейчас. Нет, нет, нет. Мы сейчас все купим. То-то же. Ну как тебе конфетки? Вкусно. А можно нам? Нет. Ну одну, пожалуйста. Может быть, ты еще что-нибудь хочешь? Аттракционы. И где же мы тебе возьмем аттракционы? Ань, тут есть, я помню. По-моему, этажом выше. Хочу иглушку! Ксюш, давай, ты ж профессионал! Ну ладно, давай карточку. Давай! Только тут, аккуратно! Тут того, вот тут с этой стороны! Туда чуть-чуть! Всё, правильно! Ты не выиграла мне иглушку! Ксюша, ты что? Соберись! Давай! Хорошо! Взял! Держи! Давай! Смотрите, какой красавчик! Девчонки, вы реально выиграли игрушку! Спасибо, я теперь с ним буду спать! Рыбки! Хочу это! Выиграли. Ань, нам что-то вообще ничего не помогает. А где? Где Дарья Михайловна? О, нет! Она села в машинке! Аккуратней! Не врежься! Левее! Поворачивай левее! Нет, наоборот, сейчас направо! Руль сильнее, давай! Слава богу, что в реальной жизни у нее прав нет. Тимошке надоело. Кто такой Тимошка? Вот Тимошка. Хочу это. Ну давайте, Дарья Михайловна, здесь вы справитесь сама. Всего 4. Еще. Хорошо, только не плачь. Опять лучше, чем 4. Я обиделась.
Давай тогда поиграем в обезьянок. Смотри, какие сладенькие. Обезьян я люблю, давай. Как много! Сейчас узнаем мою силу. Эй, ты, не беси меня! Еще раз! Дурацкая игла! Почему стоят? Хочу, чтобы ехали! Доставь их! Хорошо, хорошо. Я тебя сделаю, Лосала! Дарья Михайловна, как мне вас догнать-то? Я выиграла! Хочу большого Тимоску! Ксюш, выиграй ей большого медведя! Блин! Денег нету! Тихо-тихо-тихо! Хочешь Макдональдс? Конечно! Что будешь? Конечно, хэппи-мил. С игрушкой? Да. Ксюш, иди занимай места, я пока все закажу. Вот, держи, твой хэппи-мил. Вот, здесь сырные палочки и ваш любимый апельсиновый сок. Что такое, Дуся? Тебе не нравится? Какая я вам Дуся? Дарья Михайловна. Чего? Что на мне за одежда? Где Николай? Дарья Михайловна, я не поняла. Вы снова стали взрослой? Что значит снова? А вы нам сказали, что в детстве кашу любили. А когда мы вам ее сварили, вы стали фукать, отворачиваться, отнекиваться. Быть такого не может. Девочки, сколько раз мы с вами разговаривали о ваших манерах. Наконец-то вы вернулись. Мы хоть первый раз за день поедим. Это что, Макдональдс? Ни в коем случае быстро домой есть полезную еду. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А вот победительница нашего конкурса на Beauty Box. Ну что, я уже открыла наш новогодний блог, а точнее комментарии, и сейчас я их буду мотать, а Аня скажет стоп в любой момент. Давай. Стоп! Хочу Beauty Box. Подписана на канал, лайк поставила, посмотрела видео полностью. Поздравляем тебя! Ты победила! Обязательно напиши нам на почту! Всех обнимаем и любим! Девочки, а что с моим телефоном? Ставь лайк и подпишись на наш канал!